Вот отсюда я вот хорошо, собственно говоря, и видно все. Ну что, друзья, здрасте вам. Значит, мы забрались на соседнее здание, к нему мы не имеем никакого отношения. Нас интересует вот этот участок. Значит, вот этот, так сказать, неразработанная целина, чья-то превосходная, новейшая, крутейшая квартира, а может, не одна. В общем, друзья, мы из Газипаши. Сегодня вам так много интересного расскажем про этот новый проект. Готовы? Отправляемся в путешествие. В районе Газипаша жил-был один превосходный, строящийся новый эксклюзивный проект на территории в 4231 квадратный метр. Значит, жилой комплекс будет состоять из одного семиэтажного блока всего в 700 метрах от моря. Данный проект – это жилой комплекс с богатым природным ландшафтом вокруг. Неподалеку от чистейших пляжей Средиземного моря «Тихий рай», как называют Газипашу, ждет открытие будущих инвесторов в сфере туризма с его роскошными пляжами, пристанью для яхт и международным аэропортом. Значит, все квартиры абсолютно будут сдаваться с чистовой отделкой и уже будут оборудованы кухонными шкафами, сантехникой и душевыми кабинами. Кстати, квартиры имеются в наличии 1 плюс 1 и дуплексы 2 плюс 1. Газипаша – это небольшой, тихий, уединенный городок. Поскольку побережье еще не полностью застроено гостиницами, и поэтому поселок сохраняет свою природную, первозданную красоту с умиротворяющей атмосферой. Курортное местечко расположено на равнинном участке в окружении гор, которые защищают от холодных ветров. А с юга, естественно, омываются бирюзовыми чистыми водами Средиземного моря. Вокруг банановые рощи, цитрусовые плантации и хвойные леса. Важным преимуществом района является полное отсутствие промышленности, благодаря чему он считается одним из самых экологически чистых районов во всей Турции. Строительство объекта будет завершено в июне 2024 года. Доступна беспроцентная рассрочка. Ну а теперь про инфраструктуру. Значит, открытый бассейн, аквапарк, крытый бассейн с подогревом, сауна, турецкий хамам, римская парная, соляная комната, массажная комната, кинотеатр, бильярд, лобби-бар, зона для барбекю, детская игровая площадка, баскетбольная площадка, открытая парковка, электрогенератор и фитнес-зал. Так, друзья, ну что, я предлагаю начать с видов. Конечно, много комментировать не буду, потому как они и так понятны и видны. Значит, с этой стороны, а мы сейчас находимся на пятом этаже соседнего строящегося дома, на пятом этаже, и посмотрите, уже Средиземное море, оно перед вами, что называется. С той стороны понятные горы, это для тех людей, кто любит неровные поверхности земли, поэтому там тоже невероятно красиво, но я все-таки, конечно, бы предпочел вот эти виды. Поэтому, друзья мои, это пятый этаж, а вон у нас дом, я имею в виду строящийся, который наш проект сегодняшний, семиэтажный. Соответственно, будет еще больше, еще виднее, еще красивее вот эти вот красотенти. Так, значит, что касаемо... Еще один момент хотел уточнить. Смотрите, касаемо Газипаши, касаемо непосредственно самого района и его перспектив. Смотрите, главный признак показания, главный признак, точнее, и показатель от того, что город развивается, район развивается или, собственно говоря, как-то становится лучше, это строительство. Смотрите, сколько здесь объектов строящихся. Вот, 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 наш сегодняшний объект, вот этот, на котором мы снимаем, вот, соседний рядышком. Вот, вот. Огромное, невероятное количество. А я в ту сторону даже еще не смотрел. Это лишь означает о том, что, ну что, город развивается, сюда вкладываются деньги, соответственно, есть спрос. А если есть спрос, значит, соответственно, и строительство идет. Поэтому Газипаша, вот помяните мое слово, лет через пять будет невероятно крутой город. Может быть, даже еще и Алания ему будет завидовать. Так что тот, кто хочет перспективно вложить свои денежки, вот это место, я имею в виду Газипаша, идеально. Ну, а теперь к нашему проекту. Значит, смотрите, с высоты, так сказать, птичьего полета, вот этот вот большой кусочек земли, ну, примерно, ну, плюс-минус футбольное поле, да, хотя бы половинку точно, встанет всего лишь один дом, один семиэтажный дом. И вот смотрите, сколько много будет еще территорий для того, чтобы разместить всю инфраструктуру. А инфраструктура здесь будет очень хорошая. Вплоть до кинотеатров, вплоть до, естественно, аквапарков, огромное количество всего интересного, хорошего. Я уже не говорю про стандартные, там, хамамы, бассейны, парковки,
электрогенератор и так далее. Поэтому, друзья, это хороший вариант. Вот на этом, собственно говоря, этапе, потому как здесь, на этом этапе, сейчас еще только растет лишь перчик, вот женщины собирают. Поэтому пока этот этап самый выгодный, сюда надо вкладывать, сюда надо, здесь надо приобретать, потому что потом, естественно, как этажи будут расти, так и цены будут расти. Цены на данный момент стартуют от 94 тысяч евро, поэтому берите эту возможность, как говорится, крепко за руки и бегите к нам, собственно говоря, в агентство, бронируйте, приезжайте, смотрите, если хотите, воочию, своими глазами. Можно спокойно кого-нибудь из риэлторов наших взять, ребяточек, привезти и посмотреть. Так вот, проект будет закончен где-то примерно через 2 года, поэтому есть еще один плюс. Классный, хороший, большой. Помимо того, что есть из чего выбрать квартиры внутри, да, то есть есть можно выбрать этажность, расположение, сторону света, не знаю, на горы, на море или там куда-то еще на горы, можно выбрать... еще и, ну, естественно, количество комнат. Поэтому это тоже очень хороший вариант, потому что я имею в виду время для того, чтобы это сделать. Потому как еще, естественно, не все продано, есть чего выбирать. Но я к чему веду? Есть рассрочка, друзья. Рассрочка – это вообще гениальная штука, которую, собственно говоря, кто-то придумал. Значит, приносишь 30%, и все. И все, дом твой, квартира, жилплощадь твоя. И тебе, естественно, фиксируют площади, тебе фиксируют квартиру за тобой, цену. В общем, все остается, остается лишь только тебе равными долями заносить в течение этих 2 лет, собственно говоря, денежку. И, соответственно, все, если, ну, вдруг не владеете полной суммой. Поэтому, друзья мои, огромные плюсы. Район невероятно красивый, район невероятно перспективный, чистый экологически. Имеет наличие собственного аэропорта. Прямой, вот, буквально 700 метров до пляжа. Вот прям вот он пляж, вон там, друзья. Плюс рассрочка, плюс цена шикарная. В общем, друзья, я вам накидал огромное количество всего информации. Она интересная. Ну, помимо того, что она интересная, она еще и важная, нужная. Так что, друзья мои, не упускайте эту возможность. И вы знаете, что делать, да? Взяли, подписались, призвонили к нам. А там уже, что называется, все остальное мы сделаем за вас. Так что имейте в виду. А это значит, почему все это происходит? Да все просто, друзья. Потому что наша забота о вас – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся. Пока.